здесь начну. Так, поплотнее сяду. Железный сейв. Но я здесь игра периодически просит делать сейвы, я их делаю. Почему тогда Твиттер быстро грузит? Не знаю, у меня всегда быстро грузил Твиттер. Просто что-то, да. Я даже не поел нормально. Аппетита особо нет. Так, сори, я пропустил. Что я за ключ взял? DDK W. Окей. Эй, надписи. Съебите, пожалуйста, с экрана. Так. Ну вот. Я взял ключ. Мне теперь нужно через Save Room выйти куда-то на юг. Хорошо. Купил блинов. Во Владимире мэр отменил митинг в поддержку спецоперации. Ну, видя, как что-то там в Сибири, что ли, был митинг, на который пришло типа 3 человека. Я бы на месте этих пропагандонов, конечно, бы все отменял, потому что лучше отменить, чем так позориться для них. Я definitely reached the system's core. These security protocols are brutal. Finally, a challenge worthy of my talents. Ну вот, да, какие-то сейвы делаются. Так. Ну, вроде бы куда-то иду, что-то прохожу. Passageway to the carrying out room. Оу, да, патроны, да, их нет. Факс, ой, нет, не открыт. Ну надо будет. На Веронику похоже. Но они примерно одновременно разрабатывались и выходили, да. Так, а где тут прохождение? Есть прохождение. Так. Я, правда, немножко потерялся в этих описаниях. А, ну окей. Кажется, нашел. Ладно, я вернусь к прохождению, если я заблужусь. Так, что тут у нас? Батлаг.
Да, вроде не только рапторы в врагах, но еще мелкие были, и вот тут бодающиеся эти чуваки. Я когда-то знал название, все, уже все забыл. Как поклонник, так и стратегических РПГ. Так, в последние дни не играю ни хрена, напоминает о происходящем. Ой, ну да, ну да. Я говорю, мне вот Beholder было что-то особенно как тяжеловато, а потом запускаю финалочки, вторую, шестую, и везде злая империя идет в атаку, и я такой, блядь. Как же тяжело. Так, на лестницу, на лестницу. Ну вот с лестницы атаки я не ждал. Глядя на БК, понимаю, что Вероника могла выйти на PS1 без существенных проблем. Ну, я думаю, графику бы пришлось занерфить, а так, ну да, там же не было абсолютно ничего. Да ёпрасы-то. Иди, иди, да. Все, съели. Чё-то не знаю, патронов нет, делать нечего. Что у меня с экипировкой? Все плохо. Давайте попробую анестезией в них стрелять, но я уже не верю в это. Дина Кризис, неуютный интерьер, и на 4 из 10 максимум, да? Ну, вот я боюсь, что и Вероника такая же, абсолютно. Вот, не знаю, может быть... не знаю, надо подумать, что дальше. А, ну да, дальше у нас Дина Кризис 2 и 3. Может быть, к тому времени уж как-то мы придем в норму, не знаю, посмотрим. Fire Emblem The Blazing Blade. Нам для человека, который хочет вкатиться во франшизу. Блин, я забыл. Там у них название у 6 и 7 очень похожее. То есть... и та, и другая про мечи. И я не помню, какая из них именно 6, а какая 7. Мне кажется, что, блин, 7, да, это 7, да, 7 это отличная точка входа. Собственно, с нее же все и начинали. Это первая официально локализованная была. Вот 6 я не могу посоветовать, она конски сложная. А 7 прям добро. Пиксель ремастер 6, говорят, подцензурили. Но я так понимаю, что там то же самое, что и всегда было. Ну, то есть они просто взяли за образец. Те варианты спрайтов, где сиськи не торчат. Мне кажется, что Веронике, что Дина Кризису старая камера уже не подходила. В смысле, вот эта вот фиксированная дурацкая. Мне просто кажется, что эти игры не очень хорошо придумали, что им делать с камерой, и в итоге вот как бы подвижная камера в Дино Кризисе это, ну, чуток интереснее, наверное, чем в резиках, но игра очень мало с этим делает. То есть даже Silent Hill, тот же первый, делал с камерой, ну, чаще делал с камерой более интересные штуки, наверное. Дино 3 на OG-боксе, ну да. Делай убийственные дротики. Убивают любого с одного выстрела. Окей. В Pixel Remaster F6, походу, юзают перевод с ГБА. В Pixel Remaster... хорошо, что это... ты чё, сейчас встанет? В прошлый раз его не было, блин.
числа. Это Binding Blade. Ага. То есть один Binding, а другой Blazing. Вот поэтому я... Вот я их и путаю. Шестая интереснее седьмой, но сложная весьма для новичков, так себе вариант. Ну да. И мне кажется, там не очень здоровая сложность. Блин, у меня что, хилок, что ли, нет? Обосраться просто. Игра громкая, да, ну я тихий тоже. Сейчас сделаю потише. Все равно в игре интересно, ничего нет. Она выстрелила этим дротиком в стену тупо сейчас. Классно. А, да, ужасная музыка в этой игре. Точно, точно. Ладно. Давайте проверим, куда эта штука меня телепортирует. Угу. Окей, сейчас посмотрим, что она по другую сторону вентиляции. Я говорил про ГБшный перевод FF6, то что в FF6 теперь есть русский перевод. Все, наверное, будут в него играть. А так, ну, очевидно, что если выбирать из двух переводов, то ГБшный лучший. Возможно, лучше, чем даже фанатский. FF6 был русский перевод от РГР с мозгоёбом. Да. Да, это так. Что-то сегодня боты зачастили совсем. Так, сейчас я еще раз открою свой канал. Забаню еще одного бота там. Шрифты говно. В ремастерах? Да, есть такая жалоба.
Тогда у тебя было такое, что начинаешь думать на других языках. Я часто думаю на английском. Мне нормально думать на английском. А других языков я, ну, не знаю особо. О. Кейл! Да. Well, at least Kirk's running out of places to hide. Вот это диалог. Вот это диалог. Гейл, ну что ж, теперь ему меньше мест, где можно прятаться, и уходит. Классно, можно использовать кровать, чтобы отдохнуть, говорит игра, но ее нельзя использовать, чтобы отдохнуть. Вот я бы с удовольствием полечил героиню, например, здесь, но нет. Этот Кирк подметил, что я сделал ошибку в своих вычислениях. Какая дерзость. Чувак, слышь, давай проучи его. Вот ты можешь просто замиксить яд и убить его. Это называется журнал разработчиков, где они пишут, давай убьем его, или вы все мудаки, вы все провалите. Офигительный просто. Это не форум какой-то, да, это журнал разработчиков. Я не понимаю, зачем я в эту комнату заходил, я в ней, по-моему, ничего не получил. Что-то мне не нравится... количество тупиков, в которые я упираюсь. Когда жалуешься на экспозицию постоянно в японских играх, твое желание исполняется. Да, ну вот насколько же... Я не понимаю, почему японцы настолько не умеют в экспозицию... То вот в таких играх все в дневниках, а в JRPG они находят какого-то левого рандомного персонажа и заставляют его говорить очень много слов, которых он не должен знать. Это какая-то поза вебкамщицы сейчас происходит. Чё? То есть я пока я не выложу оружие, меня не пропустят, вы это мне хотите сказать? Кстати, этот момент в Веронике был, где надо было сдать все оружие, чтобы пройти. В самом начале игры, насколько я помню. Утомительно немного, но давайте что? ID card, rewrite data, ID card, okay, item. Нет.
Да. А, то есть мне нужно выбросить оружие, чтобы перезаписать карточку. Хорошо. Куда я могу выкинуть все свое оружие? В Silent Hill 2 был момент, как сдать все вообще. Да, чтобы на лифте поехать, да? Input data to a key chip. Slot for a key chip. Что у меня есть? У меня есть key chip. У меня есть один. Судя по всему, мне надо найти второй. Сейчас проверю. А, ну и это тоже мне не дают сделать. Ладно, ясно. Дальше вы не пройдете, пока не сдадите оружие. Я не понял. То есть меня и назад не выпустят? Очень любит коробки. Эта игра очень любит какие-то лишние сложности. О, нет. Ладно, прохождение, спасай меня. Ладно, я что-то не так сделал, согласно этому, то есть... Не. Я не вижу прохождения, какие-то подсказки на этот счет. Ладно, 31415, это через пол уровня... Надо делать, может быть, я не в том порядке пошел. Понятно. А я не могу снять с нее фингерпринт. Окей, попробую еще раз. Оу, ноу. Ладно, будем пробовать что-нибудь еще. Понятно, не хватает у меня ключей. А выйти теперь мне дают. Ну ладно. А, все еще непонятно, куда идти. Настолько прям занудная игра. Thank you.
что же делать там? Угу. Эта игру ли без гайдов вообще проходима? Вот я что-то не знаю. Если кто-то ее проходил без гайдов, скажите, я схожу с ума уже. Как будто я карту какую-то не взял. Не понимаю. Ладно, еще раз попробую. Надо же было как-то растянуть геймплей. Но вот, да, ощущение такое, что геймплей растягивается тем, что вот для того, чтобы каждую дверь открыть, тебе нужно два ключа и еще и пароль. И для карточек тебе нужна и идентификационный номер, А вот же. И отпечатки пальцев, и... И вообще все. Да блин, опять я нажал на L3, чего мне делать не стоило. Первый Динквизи сделали после критики в сторону Capcom, что во втором резике было мало загадок. Ну вот, мне кажется, что игра стала очень затянутой и унылой. Второй резик бодрее. Хотя, мне кажется, что просто они реально не поняли, что адвенчурная составляющая не равна загадкам. Мне кажется, вот исследование локаций, нелинейность, какие-то события, которые там могут происходить. Вот это вот то, что делало первый резик крутым и... В Динокризисе этого тоже очень мало. Планинг диск. Просто вот... Миллионы каких-то дебильных сущностей окружают меня. ДДК, ID, фингерпринт, планинг диск. Что вообще? Непонятно. Процедура активации генератора с большой буквы, ребят. Да тут целый культ генератора, вам не кажется? Вот, да-да-да, резики я проходил, будучи школотой, это вообще не мог осилить и дропнул. Думал, что просто дурак был тогда. Я тоже дропнул. Сейчас я вот по гайду дошел дальше, и я понимаю, что она не становится лучше, она становится еще более забористой. Вот, да, про QTE. Динозавр кусает тебя за руку, вцепляется в нее, раздирает плоть. Ты трясешь рукой, все ускоряется, трясешь, динозавр падает и умирает. Не, ну я его застрелил как-то в процессе мэша кнопок, но... Динокризис 1 это Ри-1, Динокризис 2 это Ри-4. Я не согласен, что это Ри-1. Ри-1 был гораздо лучше. Динокризис
генерирует энергию для генератора. Стабилизатор генерирует энергию в цепной реакции. If you split the numbers that you use when obtaining the core parts and add zero to each of the split. Я уже проиграл, понимаете? Я проиграл, когда читал описание этой штуки. Обещают какой-то Дино кризис, а делают вот ключ-карта кризис. А, я был в этой комнатке, ясно. Так, ладно, давайте попробуем дальше по гайду, потому что я понял, что без гайда я схожу с ума. Тоже, не надо, не надо за... Так. В комнате 41 порадуйтесь живому Гейблу, сделали. В комнате 40 заберите ДДК, сделали. Вернитесь через люк в коридор с лестницей, пройдите в комнату. Отключите тревогу, заберите ДДК и спецкарту около трупа. Используйте... А, да, теперь у меня полный ДДК W есть. Все хорошо? Ясно. Ну, поехали отсюда тогда. У второй паразитки тоже упор на загадки, больше и много испортил. Игра под конец дико заявила. Да, ой, я скажу так, я бы Драйфилд не прошел без гайда. Вот этот вот 30-33 тотал у меня в голове аж отложился. У меня японская версия, конечно, была, так что я и так бы ничего не прошел. Но там задачки совершенно невозможные были. Стоп, это S. А где же W? Я что, ошибся? Да, блин. Там мигает дверь, значит, наверное, мне туда. Генератор стабилизирует, стабилизатор генерирует, а бетономешалка мешает бетон. Да. Ладно, наверное, я опять ошибся. Штука слишком сильно ускоряет, не очень удобно получается. Наверное, достаточно удобно, чтобы проматывать анимации, но... О, они проснулись, охуительно. Камера сверху, Silent Hill 1. Что и здесь? Блин, они в каждой комнате. Реально эти анестетики бесполезны. Абсолютно бесполезны. Так, стоп, что? Меня... Так, ладно, меня бамбузнули. Я не понимаю. Пройдите в комнату 55. Что? Что такое комната 55? Ее нет на ваших картах. Господи. Двери S4. Что такое дверь S4?
А, я понял, это назад надо было возвращаться. Ну, что-то такое. Попробую пойти назад, хорошо. Надо забыть на старые квесты типа Кирандии, где вообще можно было игру за софт-лочить. Ну вот, я боюсь, что это плохие игры просто, неинтересные. Вот теперь я могу их открывать, да? Ну, ясно. У меня нет усыпляющих дротиков в изобилии. Ну, не знаю, потому что я не крафтил их, судя по всему. Так, может, этого я пройду все-таки? А, фак, нет, не пройду. Да блин, ну реально комбят. Даже не рапторы быстрые, а медленные дебилы тоже комбят. Три? Что? Вот это да. Poison Dart, Hit Bullets и все. Нет, что-то это плохое предложение, оно мне не нравится. И зачем я здесь? А, ну да, не зачем. Какая для тебя самая недооцененная игра PS1? Я не знаю, у меня нет ответа, потому что... Слишком мало игр PS1 действительно хорошие. Вот это мы выяснили на всех наших стримах. И... Нет, не туда. Мне сложно сходу назвать какую-то... Такую, чтобы она заслуживала прям каких-то... особых похвал. Ну, то есть паразитки мне обе нравятся, мне кажется, они... Да блин, мне кажется, они недооцененными немножечко, потому что все... сравнивали их там с резиками, но они не совсем про это. Если у вас есть какие-то предположения, мы можем их обсудить. В конце концов, здесь в Динокризисе ничего не происходит. Никогда. Симфония ночи неплохая. Да, но она всеми любимая. Буквально всеми. Ой. Regina, it looks like this door leads to the port. It'll take a while before I can pop this open. Sounds like we're not the only ones having problems. I'm glad you're amused. But if that guy gets eaten, we're going to have to retrieve the key from that dinosaur's stomach. You've got to save him. Это просто выглядело так, как будто мой черный товарищ начал взламывать дверь и случайно позвонил на умные часы трупа. Тенка, я бы не сказал, что она заслуживает того, чтобы о ней помнили.
А симфония реально скорее переоцененная, я согласен. А, угу, так. Ясно. Тиринг Сага от Бати Fire Emblem для Соньки первой. Ага. Местами ёбнутая, но и хорошего мнения нет. Хорошо, может быть. Я... Она слишком глубоко в моем бэклоге, который, я надеюсь, никогда не выкопаю по самому. Не. Рапсодия, первая часть. Это там, где такая JRPG, где бои на типа тактической сеточке, а героиня такая типа девочка-припевочка. Я довольно много в нее играл, я совершенно не могу вспомнить вообще ничего, зачем она могла бы существовать, честно говоря. Медаль за отвагу? Ну, я стримил, но нет. Ну, типа, он гораздо хуже абсолютно любого, ну, нормального ПК-шутера тех времен. Тирекс проиграл босс-файт с генератором. Абсолютно восхитительная катсцена, слушайте. Вот во всех очень тупых фильмах типа «Мира юрского периода» там против Тирекса выводят всяких других динозавров, но... Но с генератором еще, да, генератор круче любого другого врага, да. Тиринг Сага еще более злая по сложности, чем пятый Fire Emblem. А такое вообще возможно? Так. Это кошмар какой-то с этим помещением. 34. Что такое помещение? Да, хорошо. То есть вот PSO, наверное, и что с ней связано, получили ровно тот объем внимания, на который были способны. Не понял. Как думаете, лучше уже не станет? Главное, чтобы не стало хуже. Еще хуже. По крайней мере, у нас есть бэклог. Только бэклог какое-то говно. Но. Типа Dino Crisis 1.
чё, надо как-то это активировать или... Окей. Красный, синий, зеленый, белый. А вроде бы так и есть, или их надо передвинуть? Или надо дернуть рубильник, или... А, вот. А, ну да, понятно. А чё? Nothing happened, yes. Третий фронт мишн был бы очень хорош, если бы из него не сделали текстовую новеллу. А мне, честно говоря, ну, то есть я не могу сказать, что мне нравился сценарий, потому что главный герой орет половину своих реплик. Но я бы его с большим удовольствием читал, чем играл. Мне тактически как раз... А красный-синий, господи. Мне как раз тактический момент не очень зашел. Там, тактический элемент. То есть... Мне не так понравилось Front Mission 3. Да, ну, как бы... В моем случае я всегда считаю, что вот вы говорите, типа, если бы не сделали текстовую новеллу, я всегда говорю, что наоборот, когда в игре один текст, это скорее хорошо. Потому что можно просто почитать текстик и... И получить, в общем-то, от сюжета все, что он может предложить. Не отвлекаясь больше ни на что. Прикиньте, челы сели в лифт и закрыли дверь, когда с ними тиранозавр был в лифте вообще. Вот это... Когда начинаешь думать об этой ситуации... Думать не очень получается. А вот раньше были игры, как Dino Crisis, не то что сейчас. Ну, я, честно, немножко рад, что сейчас таких не делают особо. Хотя, ну как, Daymare 1998 — это такой говнохоррор современный, который хуже большинства говнохорроров старых. Tormented Souls, да, вот опять же. Сейчас я соображу по карте, куда от меня хотят. Да, вроде сообразил. И потом наверх, ладно. Тиранозавр сказал, что ему на следующий. Да. Прошла Tales of Arise. Сюжет тоже отовсюду летел. Мне очень понравилось. Ну, хорошо, что понравилось. Я думаю, что меня Tales of Arise не порадует. Вот и поиграли. Героиня просто решила лежать, а в то время как ее топчут. Когда говорят, ты не бойся, он не кусается, просто обнюхает. Да, ой, эти собачники, это страшно. Yes. What is that?
saw something like this in Kirk's personal lab. This could be a problem. This vortex must be the side effect of the third energy experiment. So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way, or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina, you search around for any possible clues or leads. Ну вот, аномалия. Ну, хотя бы мне не предлагают нырнуть туда и сдохнуть. Да, каждый раз, когда называют ее по имени, вы думаете, что... Ну, да, ясно. Valkyrie Profile? Нет, Valkyrie Profile, да, это точно одна из лучших игр на PS1. Можно ли назвать ее underrated? Наверное, да. В таком случае это моя номинация. Valkyrie Profile... Ну, точно, да, одна из лучших игр для платформы. Плюс-минус, там, это уровень FF7. Гораздо лучше, чем уровень FF8 и 9. This isn't looking good. Our only chance may be to use the third energy. Так, ладно, давайте выйдем как-нибудь. Где выход-то? Суперкомпьютер. Там вот. Музыка такая, будто меня уже едят. Capcom собрался переиздавать серии 7, 2 и 3 для новых консолей. Я не понимаю, много ли от этого толка, ну, в том плане, что... Обратная совместимость есть полная, и на PS5 тоже можно поиграть во все эти игры и так. Обратка бустит разрешение FPS? Не знаю. Но разрешение по логике может. FPS вряд ли, конечно. Ладно, пусть улучшают. Grand Story недооцененная, там все кроме геймплея хорошее, а да, геймплей абсолютно невыносимый. Я вот ее вот, блин, думал ее пройти на стримах же, ну типа не так давно, пару лет назад, и просто вымер там от геймплея.
Ну да, смотреть ее одно удовольствие, конечно, и катсценки, и графика, и постановка, там все абсолютно топовое, ну да. И, ну, я даже не уверен, ремейк поможет ли ей, потому что ну, тогда она удивляла, сейчас она уже никого не удивит. Бра. Скорее бы вторая часть. Первая часть нет ничего приятного, кроме Регины. Я согласен. Че я делаю? Дочь не следил за стримами Dino Crisis, но тут что, 2-3 вида назовут на всю игру? Да. Все так. А, то есть слева должно быть все белым, а справа красным и... Ой, все черным, а справа красным и белым? Да, вот это задачка. Стоп, я не понял. Нет, я все еще не понял. А, вот, да, то есть. Ясно. Выглядит очень заебисто. А как же Лара Крофт? А что с ней? Типа, первые две части хорошие, но их точно нельзя назвать недооцененными, они... Они точно получили свой заслуженный хайп. Ну а к третьей, четвертой и пятой все уже устали от серии, ну, закономерно. Все меньше, зачем эта игра нужна? Да, да. Я не понимаю, как ее люди проходили и как они после этого могли ее хвалить. Абсолютно пытошная штука. Давайте пойдем дальше. Мы должны... Мы сегодня пройдем этот Dino Crisis. И больше к нему возвращаться не придется. Блин, это Джей. Блять, это... Нет. Ремейк Огов смогли исправить и поломать, и улучшить. В Агранте... Ну, просто... Ну, да, но... В Агрант просто, ну, графика и постановка для PS1 впечатляла, а сценария в ней слишком мало. В Tactics Ogre был сильный сценарий, и... И поэтому она заслуживала ремейка. Я не уверен, что в Grand Story также будет актуально. Музыка на фоне была слизана из Резидента? Мне кажется, нет. Мне кажется, это гораздо хуже, чем музыка из Резидента. С
Steam нельзя покупать ничего из России. Я сомневаюсь. Я думаю, об этом была бы новость, если бы прям было нельзя. Да, убился об стену. Серьезно? Вот и весь мой гранатомет. Ну ладно, что делать. Так, ну что у вас? На ДТФ новость есть? Платежи ограничены, пока можно либо через кошелек, либо через PayPal. А ну вот так, окей. Угу. С Киви и так не покупалось в этом году ничего, ни с Киви, ни с Яндекса. С Визы у меня... Нет, у меня... Я пополнил кошелек пару дней назад с Визы, с MasterCard не смог. С Тинькова не смог. PSN тоже. Угу. Сейчас будем на сложные мрачные игры. Ну, не знаю. Взял Paradise Killer, но я не поздравляю. Но эту игру можно пройти, конечно. Так, что дальше? Вот я в комнате 44. Шифр сейфа. Окей, давайте попробую, не убивая динозавра, что-нибудь здесь сделать. Просто яйцами об пол стучится, чувак. Ясно теперь, почему они вымерли. О, кажется, он все-таки смог прыгнуть на стол. Нифига. Вот это да. Вот это поворот. Пока. Ага, понял куда. Да блин, почему вас выпустили из дурдома?
Я даже не хочу начинать думать вот это вот. Принцип, если что, здесь такой же, как 1488, да, вот как разгадать эту комбинацию цифр, вот по такому же принципу, как разгадать этот пароль. Ах. Как думаешь, что смогут заблокировать аккаунты PlayStation, Steam и все остальное? Ну, теоретически что угодно могут сделать. Давайте надеяться, что это не произойдет. Я же нажал. Игромании конец, не знаю. Еще раз. Да. Я косею. В Steam работает кошелек, значит, гифт-карты. Может просить товарищей за границей. Ну, короче, пока все работает, я просто, ну, я ничего не планирую покупать уже. В прохождении нет ничего насчет вот этой фигни. Активизировав спецкарты. Ну и как? А, вторую надо было. Какой-то генератор по счету в этой игре уже. Это основной, понимаете, да, вот. Ну что ж. Как в Dead Space, ну что-то есть. Мне кажется, Dead Space был, ну да, Dead Space был всегда, на самом деле, всегда был таким же серым, как и эта игра тоже. Сейчас посмотрю, что дальше. Окей, понял. То есть пока еще генератор недоступен. Давайте попробуем поискать активацию генератора дальше.
Что еще? Еще больше восхитительного лора. Симуляция генератора. Почему же Кирк не хочет, чтобы мы включили генератор? Не верит ли он в наше умение, включать генераторы? Только Кирк может остановить генератор. Нихуя себе. Начали с генераторов и сейчас перешли к тому, что... Познакомьте айтишников с шампунями, да? Что думаешь про эхо? Я думаю, что эхо не так жалко, ну, потому что эхо действительно много когда действовало в интересах власти, но старалось такой, так сказать, нейтралитет держать. Я думаю, что то, что заблочили эхо, ну... Сейчас уже такой пиздец везде, что... Подумаешь, эхо. Пойдем назад тогда наверх, посмотрим, что там. Теперь на юг включаем энергосистему и назад активировать компьютер. Окей, энергосистема. Я что-то в этой карте. Как? Что? Нет, я отсюда пришел, а вот сюда я еще не ходил. Нет, мне не туда, судя по всему. Интересно, что продавала эту игру. Наверное, что она как Resident Evil. Ну да, но вот... знаете, да, вот казалось бы, разработчики те же, да, Миками во главе. И такое уныние страшное. Такое вообще непонимание того, что делает такие игры фаном. О, нет.
Nope. Как-то не очень. Полное 3D продавало. Жалко, игру забыли интересную положить. Да, но... Мне кажется... Вот да, в прессе тогда так обсуждали, что это 3D, 3D, как будто это было важно. На самом-то деле, это почти ничего игре не дало. Не надо пытаться, не забывать, что довольно мало людей там пытались хоть что-то делать для нас. Не, ну да. Так, надо понять, как можно... В принципе, хоть на одной из этих штук, что похоже на тайл, который мне нужно на выход положить, только здесь. Получается, ну, альтернативы нет. Ну, в таком случае... Да, наверное, так надо будет сделать. Давайте попробуем. Раз. Не-не-не. Два. Три. Фак. Близко. Но нет. Konami выкатила Silent Hill 1 в 3D. Кстати, да, Silent Hill 1 ведь вышел до Dino Crisis и был гораздо лучше. Поэтому... А, то есть мне нужен палец Кирка для того, чтобы перезаписать ту штуку в компьютере. Ясно. Ой, господи, патроны есть. Ну все. Заживем сейчас, наверное, немножко. Все, теперь можно ходить с каким-нибудь другим оружием. Угу. Так, хорошо. Сейчас соображу. Назад в комнату 47. Активируем компьютер. Назад это... Я уже не помню, откуда я пришел. А, ну значит не отсюда. Когда будет массовое помешательство? У нас уже массовое помешательство. На 2Ч от говна? Ну,
Так, стоп, что? Я опять не туда побежал? Или... Нет, мне точно не в лифт. Господи, сколько поносов. Только что тут все было нормально. Какая-то женщина лежала, умирала. Внезапно она один раз выстрелила, и вокруг куча поноса. Ее застрелили. Ее застрелили и обосрали. With bloody hands? Ребят, это не bloody hands. Мы можем видеть, какой вот здесь цвет, а руки. Это не... Если они пытаются нас убедить в том, что это кровь, это не кровь. Так, ну ладно, хорошо. Предлагают пойти дальше ради сценки. Silent Hill Play Novel обоссали всех, это правда. Don't move. And what do you think you're doing? Carving a name for myself in history with the ultimate energy source. Open your eyes, you freak. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Rick, our target has been secured. Report here immediately. Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil? I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload,
This entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. Ну ладно. В общем-то, такая длинная сценка, как будто что-то новое тут было сказано. На самом деле, так. Ладно, пойдем допроходить эту игру. Okay, I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3. Hold up. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. The disc contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it. It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? О, нет, выбор. Самое главное, прохождение мне не говорит, что выбирать. До этого в прохождении каждый раз предлагалось сделать тот или иной выбор и идти по тому или иному пути. Теперь я просто не знаю. Прикиньте, я выберу что-то, а прохождение по другому руту идет. И я вообще не буду знать, как проходить. Ну не знаю. Ну не знаю. Б3 или Б2? Ну, пускай будет B2. It's your show, girl. I just hope you know what you're doing. Do whatever you want. Just don't fail. Ну да, я угадал. Точнее, я почитал, что пишут, и подумал, что это прохождение касается рута на B2. Потому что на B3 я вроде бы еще не был. А, значит, наверное, надо было идти на B2. Ой, и опять кучу макгаффинов надо собирать. Protect part A. He attacked, but he's also protect. О, боже мой. Как все сложно там. The Generator. Еще, да, потрясающая игра. Без... Вот сколько шутили про серые коридоры и генераторы. Тут вся игра на 100% сделана из серых коридоров и генераторов. И генератор — это финальный босс, можно сказать. Мы сейчас будем собирать
по частям. Какую-то возможность его победить. Так, ну что, дневник? Лицо у солдафона, да, абсолютный покерфейс перманентный. Do whatever you want. Just don't fail. Ладно. Попробуем. Что у вас интересного еще происходит? Может, вы во что играете? Динокризис, конечно, да. Не... Куда я пошел? А, ну да. Динокризис, конечно, не лучшая игра для того, чтобы как-то взбодриться. Потому что она умилит и усыпляет. Я же в нее начал играть как раз с надеждой, что благодаря чатику я смогу как-то еще удержаться на плаву. На плаву. Fire Emblem 6 скачал, а не 7? Надо 7. Шестая сиквел 7, и она жутко сложная. Ясно. Если скажу, то Дэнни поймет. Ну, может быть. Так, и чё, я прослушал эти звуки, и зачем? О, нет! Это самый конволютед набор пароля в мире. Так.
Насчет Fire Emblem'ов, там и 6, и 7, и 8, они все для ГБА. Просто 6 официально на Англии не выходила, но нас это никого не должно, наверное. Беспокоить. Так. Скачал бэклог на Xbox. Да, может быть, тоже имеет смысл что-то скачать. Хотя, ну вот диск, на который я все качал, ну, мой жесткий диск, на который я все качал, в итоге сейчас просто взял и... И начал чудить. Прошел Ридика. Хайтир до сих пор. Закончить Mad Max было не очень хорошей идеей. Да. Doom Scroll спасает выход из чатов. Я не знаю, я просто очень подсел на постоянное получение какой-то новой информации. И ввиду этого уже просто на автомате что-то рефрешу. Поэтому... Так. Пробежала третьим крэшем. Ну, наверное, не самый худший вариант. Пошел тактик свой на ГБА. Игра хорошая, не настолько, как обычные игры. Я что-то, я очень заскучал за ней. Даже тогда. Elex 2 я пробовать точно не буду. Мне, ну как бы, мне ж готики, как вы видели, не очень зашли. А имитации готик, тем более, мне ни к чему. Так, понял, что мне дальше делать. А, боитесь отвлечься от ленты? Ну, я думаю, можно периодически проверять, но не все время. Power Slave дотошнил. Левел дизайн — мое антипочтение. Elex 2 выглядит хуже Котики 2. Ну. Мне не очень, да, нравится, как выглядят все игры этой студии примерно, поэтому я спокойно пропущу. Я пошел не туда. Кажется. Или нет? Да. Самое стрёмное же это утро, самая лучшая пора сейчас ночь. Блин, вот для меня на самом деле наоборот, ну как бы, ну я просыпался обычным днем, да, вечером как-то можно было с людьми чем-то заняться, а ночью я оставался один в тишине спокойствия и работал. Оставаться вот сейчас одному — это что-то совсем абсолютно уныло. Я вот, мне как раз по ночам совершенно не,
не круто, потому что все уже спят, а я без какой-то вот подпитки новой информации. Я сам себе думскролл, короче. Не знаю, в общем, что с этим делать. Пока менять распорядок не очень получается. Но в целом, на самом деле, и вот спать постоянно, это звучит как такой не худший план. Прочитал инструкцию, что делать в случае ядерного взрыва. Нет, нет. Типа, если ядерные взрывы будут, я дальше жить уже не планирую. В любом случае, как бы, пережив взрыв, я просто найду какое-нибудь здание повыше, которое еще осталось, и сигану с него. Это, ну, я не рассматриваю такие варианты. Ну а так в целом я нахожусь обычно дома за шторами, и я не думаю, что меня как-то сильно заденет. Генератор кризис. Да, хорошей подпиткой будут стримы игры, а не дыры новостей. Первый день кризис лучше текущей реальности. Да, именно поэтому мы сейчас здесь. Но правда первый день кризис очень не хочет проходиться. Просто какая-то пытошная тут... Что это... При помощи диска забираете третью деталь энергоемкости. Диска. Куда? Где? Как? Пока ни один компьютер в этой комнате от меня диска не потребовал. Я плохо ищу. А вот, вот энергоемкость. А, о, так. Сейчас будет. Как тебе анонс Soul Hackers 2 от студии Atlus? Неинтересно. Ну, типа SMT и меня исключительно разочаровывали, поэтому не жду. Так, комнату 40. Что такое комната 40? А, я понял. О, они ждут меня здесь. Вот это да. Я думал, что при переходе между комнатами в таких играх, типа вот старых, все резетилось, потому что консоль не могла держать в оперативке соседние комнаты. А тут динозавры реально запомнили, куда я зашел, и там торчали. О. Я уже перестал даже читать, что я собираю, что это за ужасные вещи. Да сколько можно спамеров порнушных? Почему сегодня-то? Так, ладно, вроде забанил. Да, спокойной ночи тем, кто от нас отключается. Что с Трианглом? Ну, пока его нет, он в день релиза должен приехать. Не знаю, вроде... Ну, может быть, в него еще поиграю, да. Так,
прохождение вернись. Большой компьютер за зеленым столом при помощи диска что-то ввести. Большой компьютер за зеленым столом. Ну, это зеленый стол, а где большой компьютер? А, вот тут. Сколько ж тут паролей? Как я их все должен был запомнить, записать, где-то вытащить? Так. Взял. Снова в комнату 44 к огромному агрегату. О, вот сейчас динозавры забыли обо мне. Поэтому было удивительно, что в тот раз они дежурили у входа. Огромный агрегат. Понять бы еще, где здесь огромный агрегат? Комната вроде правильная. Да. Но... Но где же я возьму огромный агрегат? А, ну вот. Сборка генератора. Теперь нужно деталь 1А. Потом, поворачивая джойстиком, совмещайте детали. Господи, что? Как не хватает деталей? Я же все собрал по гайду. Вы черти гнусные. Ка. Вот сейчас я реально с ума сойду. Я шел по гайду, и оно мне говорит, что у меня чего-то не хватает. Где мне это еще искать? Protect 1A, Protect 1B, Core Parts 2. А, наверное, у меня нету Core Parts 1. Хорошо, но... Окей, просто Google. Core Parts 1. Есть специальные вики. Так, Parts Storage. Что такое Parts Storage? Ага. То есть я не забрал что-то из комнаты. Окей, хорошо. Нет, я должен ее сегодня допройти. Давайте. Отключайтесь, кому надо, вы держитесь, да, и, в общем, может быть, буду стримить чаще, посмотрим, как чё. Не знаю, как это вам. Понятно. Ну я же забрал здесь все.
Блин, я не понимаю. Я же забрал все. Или... О, господи, это проза... Это маленькая штучка, которая на... Серая штучка на сером фоне. О, боже мой. Вы видите, да, что как... Ой, ладно. Чаще стримить, а получится ли? Не знаю, но... Мне... Ну, типа... По вечерам я обычно, ну, типа, пытался заниматься чем-то своим, но сейчас невозможно... Невозможно заниматься чем-то своим... Поэтому я просто вечерами, наверное, буду включать стримы и как бы и надеяться, что кто-то будет в чате, и может быть мы как-то вместе будем болтать. Я думаю, что это в целом, наверное, будет лучше для всех. Не знаю. Может быть, что-нибудь мультиплеер. Ну, как бы, если не будет стрима, не знаю, может, что-нибудь мультиплеерное организуется или. Вот напомню, что в пятницу в 6 вечера в Мурукамы на Новослободской можно посидеть с Иро, как-то тоже, я думаю, это нам поможет. Было бы здорово, если бы чаще. Хорошо, я постараюсь тогда. Туда где-то есть что на просторах сети. Твиттер уже ёбнули. Твиттер, ну, Твиттер еще живой, но я его подзакрыл. Где меня искать? Ну, я есть в телеге. Absolute apathy. Ну, Twitch пока еще живой. В случае чего стримы могут на Good Game быть. Despair Time. Мы тут там ходили. Ну, в смысле, мы это смотрели там кино. Поэтому. Да. Чатик в телеге есть, да. Что? Полное прохождение FF6. Ну, посмотрим. Господи. Эти головоломки уже потеряли всякую совесть. Господи, это управление нет. Что из опций по мультиплеерному есть помимо Амегуса? Если бы вот у меня были какие-то хорошие предложения, я бы их озвучивал. Но сейчас явно не до Амегуса, но при этом надо бы, конечно... Не знаю, мне... Да, я жму вправо, он не крутится вправо. Да, Регина сделала фейспалм от сборки генератора. Хватило мотивации на Ирл сейчас? Не, мне очень тяжело, у меня мотивации нет. Я просто, ну, сказал себе, что ну, давайте, ну надо просто. Ладно, это управление конченое. Ну, надо, я думаю, всем это надо. Я не знаю, что из этого выйдет, но мне кажется, что есть шанс, что многим от этого полегчает. И давайте просто не забывать о том, что сейчас менталочка очень важна. Вот такие дела. Привет, Гуф. Надеюсь, ты держишься. Так. Ладно, мы собрали эти куски генератора. Что дальше? Сейчас. Все, это уже почти конец. Сейчас мы заведем генератор, и все ёбнет. Правда, легче занимаюсь бизиворком на фоне. Вот. Фу, так что... Мне тоже кажется, что так держаться проще.
Долбоящер. Я туда вообще иду? Да, я иду туда. Стреляю в камеру опять. Проиграл босс-файт с камерой. Интро до Кадва лучше всей первой части. На прошлом стриме правильно писали, что из этой игры будто всю жизнь высосали. Ну да. Пожалуй. Камера выродила динозавра. Ну тут, да, тут такое вырождение происходит, конечно. Зачем этой игре ремейк? Да, этой игре не нужен ремейк. Сейчас я проверю, куда именно они меня хотят. Да, в большой комнате на подъемнике вниз предлагают мне идти. Блин, вроде уже такой финал, а ощущения прям финала-финала нету. Все такое серое, как и было. В резиках, что в первом, что втором, по-моему, было как-то получше. Но в третьем финал вообще был на каком-то мусорном заводе. Но третий мне не нравился никогда. Так, подъемник. Где мне здесь найти подъем? The fuck? Что ты такое? А, стабилизатор? Ладно, хорошо, договорились. Третьим финал был на заводе смерти. Но там реально какой-то безликая какая-то фабрика была, вообще ни о чемная. Я когда-то ждал стрим по Doom 2. Эх. Ну, может быть, мы еще к этому придем, я не знаю. Я сейчас планы никакие не хочу, не могу строить. Может быть, постримим Doom 2. А, семенной завод, да, вот это вы вспомнили. Так, это у нас и Нишалайзер. Так, наверху активируем и в комнату 52. Что такое 52? Где это? А, это комната доктора.
И дальше мне объясняют, как поймать лучшую концовку. Офигеть, как... У меня все еще ничего не происходит, и я, оказывается, типа в 10 минутах от лучшей концовки. Сложно поверить в это, честно говоря. Не знаю, разработчики кого-то не понимают, что такое, не знаю, какой-то пейсинг, какие-то напряженные моменты. Вот в середине игры был напряженный момент, мимолетный, но и все. В конце я собираю генератор по кусочкам и засыпаю. Невероятно бестолковая игра. Пытаюсь смотреть на игру, не понимаю, что происходит. Я собираю генератор. Да блин, что? Сука, я внизу что-то не активировал, я дурак. Похоже на беготню по Metal Gear в МГС-1. Да, вот там тоже ведь, да, вот пейсинг у МГС-1 был плюс-минус хороший, но два момента его абсолютно руинили. Это те два момента, которые срезались потом в ремейке, да, но они были в оригинале, и они были абсолютно супер унылыми. Один это бэктрек через всю игру. Вот, блин. Бэктрек через всю игру, когда надо Мэрил спасать. А второй это три ключа, где его нужно греть и охлаждать. И это такая глупость огромная. То есть оба этих момента вообще игре ничего не дали. Вообще тот этот термоключ... Даже по задумке такая глупость абсолютно невероятная, что да. Авторы Dead Rising, начиная со второй части, пытались питчить японцам новую часть Dino Crisis, но их послали нахуй делать Dead Rising 4, чем это кончилось, мы все знаем. Да, так что даже не знаю, вот... Что хуже, плохая Dead Rising 4 или вот потенциально плохая новая Dino Crisis 4? Не знаю, ни в то я бы не стал играть, наверное. Музыка все равно какая-то фиговая. О, господи. Опять, вот как во всех этих идиотских играх, падает кусок потолка во время того, как еще ничего не взорвалось даже. И, ну, какая же супер глупость, да?
Это супер вояка улетал в пропасть в обнимку с динозавром. Ему было пофиг. А тут... Конечно, потолок. Это был генератор трясущегося потолка. Tagged him with transmitter. Gale. Gale. All right. The overload levels are increasing. Just a little more. Looking good. Gale, what happened to him? I don't know, but Kirk's gone. I'm gonna kill him! Oh. Я включил генератор, чтобы отключить аномалию. Let's go. Wait, what about Kirk? What about him? It's a miracle we're still alive at this point. Forget about him. Don't forget the mission. You're not here to babysit. Sorry, but I have a conscience. I'm taking you back now. No, you two get going. I'm going after Kirk. What? You're insane! Don't you remember our situation? The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide! I know. I'm not back in 30 minutes. You two make your escape without me. Hey! Do something! Ignore your duty and go after your comrade. Мне кажется, что тут как-то идея не то, что ignore your duty, а идея в том, что я просто пойду и сам найду этого Кирка. А вот что значит go after your comrade. Это отпиздить и так уже в пламину раненого чувака. Красный мигающий, это, судя по всему, да, это выход. И у меня еще все остальные двери для меня доступны. И мне предлагают найти... Он где-то на северо-востоке этой карты, судя по всему. И это лучшая концовка решать вам. Пойдем на лучшую концовку, раз уж мы здесь. Давайте заберем Кирка. Так, стоп, что? А, да, направо. Опять выгады. Thank you.
Да, во втором резике сколько там было зомби на одном экране? 6, 8. Здесь, походу, 2 динозавра максимум. Или были где-то хотя бы 3 раптора. Я даже не помню, было ли 3. Но может быть 3 максимум. Тиранозавр уже ушел гулять. Наверное, вылезет в концовке. Мелких было несколько, да, но на то они мелкие. Ой, блин. Ой, блин. Так. А, это вот эта дверь. Это дверь была. Я реально, я эту стенку разлинованную сложно распарсить, как дверь. Для людей, по крайней мере. Ладно. Мы можем пройти. Нет. Спасибо, камера. Спасибо. Терекс на лифте уехал на свой этаж. Чё? И чё? Самое главное, что на этом прохождение заканчивается, а игра, очевидно, не заканчивается. Да блин, я хотел от них избавиться. Вот, теперь избавился. Доктор Кирк still unconscious. Хорошо, но я и не хотел его будить. Можно мне игру закончить, пожалуйста? А, что делать-то? Вот в современных играх все-таки с этим детективным зрением бывает очень полезно. Да, по крайней мере, не промахнешься. You need a plug. Ну да, есть у меня plug. Только отсюда мне, наверное, почти ничего не нужно. Ну, давайте так. Фух.
не знаю, попытаться выйти. Что нужно, чтобы триггернуть дальше? Ага. Реально. О, это мой этаж. Выгружает за собой примерно все. Ладно, попробуем. Не устает удивлять своей убогостью, честно говоря. Вертолет не может удрать от динозавра. Dino Dodo. Абсолютный ноль. Да. Ты потрясающе. Даже босс-файта не было нормального с Тирексом. Да, вот, то есть, был дурацкий момент, где мне нужно было его анимацию прерывать выстрелами. Был дурацкий момент, где мне нужно было несколько минут просто бегать от него кругами. И сейчас я просто выстрелил 5 раз в него, когда он за мной бежал. Не было полноценного нормального босс-файта. Хотя, казалось бы, ради этого вся игра и делалась. Да. Абсолютный ноль вся эта игра. Думаю, отсутствие битвы с Терексом скорее фича, а не баг. Но я не представляю себе, как это может быть фичей, когда... Четыре композитора. Это вот тоже фича, что всегда самую коричневую музыку делают какое-то запредельное количество композиторов, а не один глухой чел. Opening, interlude, ending, helicopter. То есть все остальные заставки даже в титры не попали. То есть другие концовки. Ну ладно. Поблагодарим эту игру за Dino Crisis 2. Наверное, если только с этой точки зрения. Где теперь искать объявления стримов? Пока не знаю.
пока не скажу. Ну, у вас, может быть, YouTube или Twitch уведомления пришлют. Миками overrated. Вот что я могу сказать. You have mail. The final report of Operation Dr. Kirk. Agent name Regina. Dr. Kirk. Status recaptured. We have recaptured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Gail. Status alive. Gail did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Regina, status alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Tom, status deceased. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabiting the island. He will be missed. Cooper, status unknown. We lost contact with Cooper at the beginning of the mission and have not heard from him since then. Реально так и не вспоминали о нем. Mission complete. Operation instructions. Вот это... However, you could have done more. Вот... Excellent. You got med skills, but you could have done more. Офигеть. Да, перепроходить эту игру то еще удовольствие, наверное. Люблю эти капкомовские арты персонажа в обычной жизни. Да, ну вот это хоть какой-то намек на то, что у этих персонажей есть хоть какая-то обычная жизнь. Уже чего-то стоит. Кто-то любит первую часть, да. Почему-то у нее были оценки типа положительные тогда. Что странно. Ладненько. Спасибо, что смотрели. Пойду, не знаю, передохну как-то. Если что, ну да, в общем, пока не могу сказать, как меня можно где смотреть еще. Создать отдельный телеграм-канал, ну я подумаю. Потом скажу ближе к следующему стриму, решу, наверное. Вот, да, тогда еще одно напоминание. Москвичи могут собраться в пятницу в 6 вечера на... Новослободской в Марукаме, в Менделеевской. В субботу, наверное, постримим Маджонг, я надеюсь. Держитесь, да. Спасибо нам, спасибо вам. Заходите еще вместе, наверное, как-нибудь переживем. Пока-пока.